Картофель, лук, морковь, свекла, капуста. Овощи очищаются машиной, дочищаются вручную сотрудниками овощного цеха. Затем идет процесс обсушивания всех овощей, кроме картофеля. Картофель чистится 40 секунд. Крутится в барабане, где-то ориентировочно килограмм 20 выходит из барабана. Дочищается в зависимости от сырья. Если ровненькая картошка, то она, естественно, с барабана выходит уже полностью очищена. Если есть какие-то выемки, то дочищается вручную. Овощи расфасовываются по пакетам, вакуумируются, завешиваются, ставится дата, число проставляется, убирается в холодильную камеру и на следующий день отгружаются в наши школы. Уже овощи не нужно ни подвергать какой-то обработке. То есть овощи поступили на школу, и повара в школах спокойно вскрывают пакеты и готовят из них продукцию ту, которая им нужна.